Ну что ж, друзья, попробую вам показать солнце прямо из центра Европы, чтобы вы все это посмотрели, увидели своими глазами. Думаю, будет очень интересно. Мы с вами сейчас оденем вот этот вот фильтр солнечный прямо на камеру в прямом эфире, и вы все увидите, что же там происходит. Надеваю фильтр прямо при вас. Итак, начинаю приближать солнышко. Снимать буду с рук, возможно, видимость будет не очень хорошая, но точнее тряска. Приближаем наш объект круглой формы. Так, тучи вижу, черные точки. Здесь в Европе на солнце есть точки справа, по центру и слева. Пожалуйста, пятна это или корабли неизвестного инопланетного происхождения, я не знаю. Но рано на солнце присутствует. Есть небольшая облачность, пелена. И вот буквально мы фиксируем с вами солнце из центра Европы, рядышком с городом Люксембург, рядом с Бельгией и Германией. Вот в этом месте мы находимся и можем видеть все своими глазами. Фантастические кадры, друзья. Попробую отдалить, но вижу четко пятно с левой стороны, пятно посередине. И справа есть пятнышко, но оно не одно, там снизу еще есть какие-то пятна. Вот буквально все мы с вами фиксируем, что здесь происходит. Не только в России, но и в Европе. Интересные кадры, интересный момент. Сейчас немножко отдалю. Видите, область большая сейчас. Ну как, не совсем большая, но она есть. Сейчас сниму этот фильтр. Он у меня здесь снимается сложненько немножко. Вот я его кручу, оп, чтобы не засветить. Все мы с вами зафиксировали прямо в прямом эфире, как выглядит это наше солнышко. Также направлена здесь параболическая антенна в сторону солнца, чтобы понять, как устроен этот мир. Посмотрите, как проплывают здесь туристы, в основном пожилого возраста, по рекам, буквально по этим полноводным, потому что глубина хорошая. С той стороны реки расположены кемпинги. Они, кстати, ну, буквально во многих местах, маленьких деревеньках существуют. И на самом верху мы можем увидеть тот самый замок. Сейчас я вам попробую показать немножко получше. Не знаю, сможем ли мы сегодня до него добраться, но, по крайней мере, близко попытаемся подойти, подъехать. Ну, красота. Тут множество замков таких сохраненных. Нужно путешествовать, нужно будет рассматривать. Все это мы будем делать обязательно, потому что нас ждут с вами великие дела и очень интересные путешествия. Ну вот, красота буквально вместе с вами. Мы смотрим ее в прямом эфире. Это и есть настоящая Германия. Тихая, спокойная. Ну, я бы сказал, никаких проблем не вызывающая. Я качусь на своем велосипеде буквально вниз вместе с вами. Вот моя тень, сейчас покажу. Пока солнышко вышло, видите? Кручу педали, пока не дали, как говорится, русская поговорка. Hello, my friend. I go to the new travel. И я иду к новому путешествию. Ну что, попробовать подняться к этому замку? Ну не знаю. Высоко велик где-нибудь поставить. Какая-то дорожка там ведет. Попробуй, наверное. Раз доехал, надо рискнуть. Что будет, то будет. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Очень мощное место, если посмотреть снизу. Особенно сегодня, когда так хорошо все освещено солнышком. Прям чувствуется сила. Построили, видимо, этот замок на самом верху горы, чтобы наблюдать за теми, кто проплывает по этой реке. Ну, возможно, просто контролировать или, может, даже атаковать или забирать какую-то дань. Точную историю этого замка я пока что не знаю, но до него добрался. Итак, друзья, вы не поверите, простой русский парень покоряет Европу, ходит по очень интересным местам. Я снимаю для вас видеоролики в таких важных, исторических и, по моему мнению, очень мощных
местах, где есть действительно сила, истории в том числе. А если место достаточно старое, то здесь накоплена энергия поколений. В общем, везде с вами путешествую, все показываю. Ну, сам удивляюсь новым местам, новым моментам, потому что такое я раньше никогда не видел. Какие же есть здесь мощные исторические здания, буквально с такими крохотными улицами. Особенно вот этот домик слева. Хотя вот без окон я смотрю на втором этаже. Не знаю, заброшенный или нет, но выглядит безумно красиво, безумно мощно. Смотрите, эти камни, кстати, точно такие же, как камни от гор. Огромное количество надписей. Может быть... О, папа, Саша, гляньте. Кто-то и на русском написал. Папа, Саша. Давайте я тоже напишу что-нибудь, если есть место, конечно. А, вот здесь может быть... Вот здесь вот может быть Павел. Попробую вместе с вами. Павел. Павел. Вот так вот. Я. Я, это по-немецки уже... Да-да, хорошо. Уже учу немецкий. Павел. Давайте напишу вот так. Из России. И вот специально для вас, друзья. Вот это место. Ничего себе, какая интересная стена. Крыша вообще неописуемая. Такая куполообразная. О, вот здесь смотрите, как мощно все выполнено. Оставили мы свой след вот здесь, справа еще такой домик. Ну, мощно, мощно. Получается, ну просто из камней вырубали, видимо, этот материал из реки, как будто цемент такой небольшой. О, very beautiful. Вот, смотрите. Вау. Ага. Вот это место. Древний домик такой, очень красивый вообще. Какая красота. Вот центральная улица. Ой-ой-ой, прям вообще здесь шикарно, конечно. Не знаю, сегодня я пойду, может быть, next time, в следующий раз погуляю, пройдусь, но очень красиво, действительно, вообще. Сейчас сделаю пару фотографий, потому что такие места шикарные. Ну, смотрите сами, да? Сейчас я на себе камеру переведу, и вы зацените. Вот здесь вот я вместе с вами просто прогуливаюсь, изучаю всю эту древнюю красоту и получаю энергию мощнейшую и передаю ее вам. Итак, мы прошли вдоль этой маленькой улочки, подошли к разным зданиям, домам. Она также продолжается тихо и спокойно, никого нет. Ручка, посмотрите, в виде дракона с таким одним рогом, единорог. Петушок, колокольчик. О, как звенит сильно. О, ну-ну-ну, а то сейчас кто-нибудь выйдет. Но красота здесь вообще. Звонкий такой колокол, но красота. Фонарики такие, знаете, старые немецкие. Вообще хожу, любуюсь буквально каждому этому месту. Это, можно сказать, ходим по... А, это, может, даже отели небольшие уже. По музею открытому. Вот этому, это is beautiful place. Вот, видите, этот кастл, этот замок. Вот вид сверху. Ага. Так, beautiful place. Гулять так? О, oh, beautiful. Beautiful. Yeah. Very interesting for me. Yeah. Oh. Beautiful. Очень классно. Решил не разговаривать. Вот такие вот крыши у них. Это не черепица, а такой камень специальный. Множество домов обкладываются вот таким вот камнем, как чешуя у рыбы или черепица. Даже не знаю, куда сам иду, но иду, куда глаза глядят, вот эти супер камни. Big stone, большие камни. Ну, я в восторге, если честно. Ну, можно, наверное, ходить до бесконечности. Это, наверное, очень такое природно известное место. Ну,
А потом мы, наверное, поднимемся к замку, но, наверное, уже не сегодня. Скорее всего, вот эта тропинка ведет туда. Ну что ж, друзья, шел я по этой дорожке, поднимался вверх, но, к сожалению, подошел к воротам, и этот кастл, замок, work only, работает только с 10 до 18.00, чтобы вы понимали. То есть я уже пришел после 18.00, не знаю, сколько стоит вход в него, но, по крайней мере, вот так я вижу. Может быть, я попробую обойти по какой-нибудь... тропинки тайные. Вот справа вижу такая, знаете, дорожка через лес. Может быть, там что-то посмотрю интересненькое и чуть-чуть приближусь. Вот кто-то, наверное, с собаками гуляет, и мы все это сейчас узнаем. Ну что же, мои друзья, я один на дороге на немецкой, рядом с виноградниками, между таких гор больших слева, справа, и на своем велосипеде. Хочу показать вам одну особенность, может быть, кто-то помнит из СССР, из детства, такие динамо-машины. У меня она тоже стоит. И когда велосипед едет, вы сейчас увидите, вот моя задняя лампочка, стоп, сигнал загорается. Также у меня есть передняя лампочка, она тоже горит. Сейчас я вам покажу, вот мы разгоняемся, и горит мой велосипед. То есть я могу ехать, и меня будет видно. Ну, надеюсь... кто-то из вас помнит об этом моменте. Я поехал дальше, видите, с огоньком, друзья, с огоньком для вас лечу. Пока что он не ярко горит, но он есть. Несемся мы вперед по этой бесконечной дороге Германии. Неизвестно куда и что нас ждет впереди, уже поздний вечер, но мы все еще в пути.